Всем привет, друзья, с вами Варпач, и мы, как я думаю, вы догадались, что мы будем играть с вами в GTA 5. Конечно, свою игру я приобрел не 17 сентября в день релиза, а всего лишь 20 сентября, спустя 3 дня. Все это из-за доставки. Знаете, честно говоря, я не очень хотел снимать эту игру, я хотел поиграть для себя. Игра просто наишикарнейшая, надеюсь, меня не приглушает эта музыка. И... Знаете, я прошел буквально две миссии, потом еще где-то полтора часа гонял просто по городу, и мне она так понравилась, что я решил создать опрос в группе ВКонтакте, и по итогам этого опроса я все-таки решил, что вы вроде как должны смотреть и посмотрите это прохождение. Ну что ж, посмотрим на количество просмотров, если их будет достаточно, то мы с вами будем продолжать. Ну что ж, пойдем в игру, что ли, уже. Такое вот замечательное начало нашей замечательной игры. Использование данного программного обеспечения регламентируется лицензионным соглашением, условия которого предвидены в игре на сайте Rockstar Games. Вот как такое можно быстро прочитать? Вот никогда не понимал. Блин, это все очень-очень быстро написано и быстро все передвигается. Черт. Grand Theft Auto 5. Как ты сказал так? Grand Theft Auto 5. Если игра не вписывается в размер экрана, измените параметр размера безопасной зоны в меню настройки. Загружается одиночная игра. Знаете, многие умельцы уже записали эту GTA, уже много времени прошло с даты ее релиза, уже скоро онлайн откроют. Но онлайн я запишу в первый же день, не знаю, когда выложу. Не все успеваю. Вот, и... Игра получилась наишикарнейшей, но это же опять мое сумбурное мнение за первые две миссии. Но даже эти две миссии мне показались очень и очень крутыми. Знаете, игра на самом деле очень клевая, и в нее стоит поиграть. Действительно, каждый должен сыграть в нее. Открывай, иначе я не пожалею, что выжили. Так, я сделал звук, надеюсь, вы меня теперь слышите намного лучше. Эй, давайте. Кстати, я немного не заикнулся, что игра будет 18+, так что... Ой, я не хотел... А чё, уже задание не выполнено? Заложник погиб... Блин! Отличное начало, слышите? Я даже не ожидал, что так можно. Блин, а я хотел попробовать, что будет, если я убью заложник, потому что первый раз, когда я играл, я не убивал. Людендорф, Северный Янгтон, 9 лет назад. Давайте сюда! Так, слушайте меня, никто тогда не пострадает. Открывайте, сукины дети, открывай, дай мне свое золото. Или деньги, что там у тебя есть. Давай! Попробую говорить немного ненормативной лексикой, но только ради поддержания Rockstar и самой игры. Назад, сукины дети, назад. Закрой рот, шлюха. Давай, вставай. Вставай и пошел в ту комнату. Давай, я говорю, быстрей. Я за себя не отвечаю. Давай, и ты вставай. Ты, давай. Туда, живо! У тебя ровно есть 3, 2, 1! Успел, сукин сын. Звоню, братишка, звоню. Сейчас все подорву. Подорву, братан. Бах! Вот это взрыво. Вот, блин. Rockstar вообще молодцы. Куш, пацаны, куш. Вот и денежки. Это наши деньги, братаны. Мы заработали их честным путем. Ну, не совсем честным, но заработали же. Каждый зарабатывает, как умеет. Это, наверное, какие-нибудь 80-е или 90-е, когда ограбление банков было еще в моде. В нашем 21 веке сейчас хрен-то банк ограбишь, и последние дни как-то никто и даже не думает над этим.
сейчас нету такой преступности, люди все-таки как-то более гуманны, что ли, в этом случае. Переключи. Ух ты! Вот так вот. Твою мать, ну и зачем ты это сделал? Сукин сын, я спас тебя. Я спас тебя, ублюдок. Вперед. Бежим, братишки. Прячемся. Я немного разобрался, кстати, в управлении, так что, думаю, нубить не буду. А вот по поводу стрельбы его не обещаю вам. Куш, 179 500 долларов. Знаете, когда я первый раз запустил игру и увидел, что меня просто бросают вот в гущу событий, я просто офигел. Игра только запустилась, а я уже граблю банк и бегу. Ой-ой-ой-ой-ой. Маленько не туда. Сукины дети. На всех свинца хватит. Я прям чертов крутой сукин сын. Иду, 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 не ори, не ори. Уходим, мужики, уходим. Немного автоприцеливание меня бесит тем, что, ну, становится слишком легко стрелять. Просто нажимай R2 и... Так, машина, где машина? А, машина там. О, смотрите, по сугробу как идет. Я не замечал такого. Смотрите, офигенно, да? Блин. Это самое офигенное начало игры. Вот как будто смотришь фильм какой-то, на тебя бросают в гущу событий, ни хрена не объясняют, ты просто бежишь и делаешь. И тут же тренировка. Это надо уметь делать. Окей. Побежали, 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 сукины дети. О! Представляете, я тогда играл другим человеком, и я залазил спереди, справа. Тут даже это... Я вот этим вот играл. Я переключался за него. Все так круто реализовано, что, блин, тут даже за кого играешь, туда и садишься. Стреляй. Вот так вот. Сдохните. О, нет. Ну, нам больше достанется, мужики. Погнали, погнали, погнали. Дайте мне управление. Вот так вам, сукины дети. Погнали. Кстати, вот управление машины очень классно. Ой, тут еще машины. Ой, ё-моё. Поторопимся. Поторопимся. Все в порядке, ребят. Все, успеваем, успеваем. Там сейчас поезд же будет. О, поезд, поезд. Быстрей, быстрей. Ох, блин, не успели маленько. Выходим, выходим, выходим. Да, все окей. Ты ранен, мужик. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Засада, засада, уходите. Засада, уходите. Да уходите вы с линии огня. Вот идиоты, а. Вот сраные идиоты. А это есть те три активных персонажа? Нет, там, по-моему, был Нигер и вот этот один, который валяется уже. А вот я играл только за Нигера и вот этого мужика.
У Нигера я только украл тачку, дальше я по миссиям не проходил, даже не знаю, что там. Ну, блин, автоприцеливание я, наверное, отключу в следующей серии. Хотя, так приятно стрелять, я могу больше копов убивать. Ну, кстати, в городе автоприцеливание работает не так круто, как здесь. Здесь у нас просто сплошной экшон идет. Сдохните, гандоны, сдохните, гандон, гандон. Ох ты, черт, а. Убегай, убегай, убегай. Тебе надо сваливать отсюда. Вот это я, кстати, не понимаю. Это то ли деревушка какая-то, то ли реальный город в игре. Уходи, убегай. Все, он убежал, походу. Гребаный псих. Вот так вот начинается игра, и просто... Вау, ребят. Я думаю, те, кто хотел посмотреть про GTA, уже посмотрели, но, может быть, кому-то будет интересно меня посмотреть. Это якобы его, что ли, похороны? Он просто прикрыл свою старую жизнь и начал новую? Grand Theft Auto 5. Пожал бы руку каждому, кто прикладывал руку к этой игре. Но это всего лишь начало, ребят. Всего лишь начало. Темный экран. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Отлично. Просто замечательно. Видите, Rockstar не боится говорить о проблемах нынешнего поколения. Я в плане того, что, ну, реально, очень много людей сидят и нихера не делают, и просто смотрят порнуху и... дрочит, как он сказал, и просто просирает свою жизнь, ничего не делая, упускает свои возможности. Rockstar задевает эту тему немного в необычном таком понимании, но задевает. И я скажу вам, задумайтесь, может быть, вы один из этих дрочеров, которому нужно исправиться. Займитесь каким-нибудь делом. А посмотрите мои летсплеи, допустим. Может быть, какой-то урок для себя. Не себя, а из этого извлекете. Жизнь. Гребаная жизнь. Лос-Сантос, все тот же. К
Кстати, я покатался немного по Лос-Сантосу, я его очень мало узнаю, я не знаю, куда ехать, я не знаю, где что находится, он совершенно изменился. Здесь, кстати, классная вещь, плавное переключение между персонажами. That house right there, with the yellow stairs. Yeah, good luck now, homie. Appreciate it. Спасибо, брата. Stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Да-да, вот эти ребята. Нет, Дэвид Блейн. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Ну что? Тоже, друзья, я думаю... Я думаю, на этом мы закончим нашу первую серию, сделаем ее небольшой, но зато следующие будут чуть побольше, минут по 20, по 30, я думаю, потому что игра очень, ё-моё, очень-очень-очень длинная. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, и по лайкам, и по просмотрам я решу, записывать ли мне дальше, или не записывать, оставить просто для себя игру, записать как первую серию, выложу ее, если что, переименую как первый взгляд. Спасибо за то, что посмотрели, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Варпач и GTA 5. Всем удачи и всем пока!